Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 600. Начертите в тетради прямоугольник и постройте его центр симметрии. Центром симметрии прямоугольника является точка пересечения его диагонали. Давайте построим прямоугольник его диагонали. Итак, О – это центр симметрии данного прямоугольника. На сторонах прямоугольника возьмите какие-нибудь три точки. Давайте это сделаем. Например, возьмем точку А, возьмем точку Б на другой стороне и, например, точку С. Построим точки симметричные данным относительно точки О. Алгоритм построения. Соединим точку А и точку О и на продолжении отложим отрезок ОА1 равно отрезку ОА. Аналогично. Построим точку B1, соединим точку B и точку O и на продолжении отметим точку B1 так, что OB1 будет равняться OB. И для точки C соединим C и O и на продолжении отложим отрезок OC1 равно отрезку OC. Мы видим, что все три симметричные точки тоже лежат на прямоугольнике. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.